терпеть не могу, потом ходишь все Сара, ты? Мокрые. Приво, а ты что тут забыл? Знаешь, что предложить я хочу? Давай. Стрельбище не хочешь устроить? Между собой? Между собой. Или на кабана будем? Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь из лука стреляла? Нет. А что ты тир меня зовешь? Почему в тир? Почему не на бокс? Почему в смысле, не а на чё? Балет? Может быть, балет? А вот мне захотелось пострелять. А, то есть доминировать будешь, хорошо. Ну, а как? Мужик должен доминировать, как-никак. Пистолет в кредит возьмем. На тебя. Научишь? Я не знаю, я сам не умею так. Из чего ты хочешь пострелять? Из рогатки. Смотри, с чего я буду стрелять. Это мой танчик личный. Хочешь прокачу? Нет. Нет, Сар, я твою подружку нашел. Это твоя подруга лучшая. Сара, ты где была? На время нарколога. Слушай, у тебя глаз покосил, да? А я в опасности. Сара, ты связистка, что ли? Зона безопасности. Что ты? О, на мать, я ухо основное чуть не потерял сейчас. Так громко было сейчас. Мы сейчас поначалу делаем 5 выстрелов из каждого пистолета и 9 из тактического блок-роя. Тяжелое ружье, да? Сейчас все попробуем. А. Правая рука, левая сбоку, прицеливаемся. Слушай, это офигеть как круто, блин. Ты волнуешься? На руки дрожат. О, как потрясывается. Когда стреляю, может он попадать мне в желудок, и я могу покалечить его, нет? Желудок? Прошу. Можно я не буду? Давай, стреляй. Я боюсь. Пробуй. Я не буду, я не могу. Ребят, давай. Стрелять вместо меня. Не бойся, попробуешь разочек. Я не хочу. Я не знаю, как руку держать. А пойдем, я тебе помогу, подскажу. Пойдем. Главное, плавно нажимать на спусковой крючок. Гангстер! Ты гангстер, сэр. Вот видишь, молодец, ты переживала. Че переживала? Понравилось тебе? Нет. Запах пороха ощутила? А пуля на меня упала, нормально? Потому что на тебя упало это самое основное. Это крещение было у тебя. Прям я армеец. Точку видите или нет? Вот, да, вижу. Все, огонь. А по щеке будет бить? А? По щеке будет бить? Не-не-не, не будет. А вывалится из рук, нет? Нет, крепко держать? Не вывалится, все будет хорошо. Ну что, нравится из автомата? Запахло Новым годом этими петардами. Сейчас Сара пристрелит все мишени. А я один раз попала, по-моему, да? Один раз ты попал. У меня обойма вывалилась, когда начал стрелять. Кривой. Короче, нравится мне очень. Мне кажется, Сара нас пристрелит сейчас всех. Я пошутил. Ну не води, хватит. Ты только что чуть не пристрелила меня, когда с пистолетом, кстати, было. Правда? Да. Извини. Волнуется так Сара у нас. О как? Передумала. Сара, ну мы с тобой постреляли, ты что, как ты? Нет, ну если бы я захотела, я бы хорошо все делала, у меня получалось. Но это не мое быть мужчиной и воевать. Мое это за мир, пис. Я человек писа. Короче, ситуация такая. Вот Сара очень переживала и испытывала прям колоссальных эмоций, когда мы стреляли. Но когда нам выдали карточки, и о том, что мы прошли курс стрелковых... Как-то я воспряла духом. ...учений, да, Сара очень вдохновилась этим и очень обрадовалась. Бумажки, да, прикольно. Можно будет потом свою фотку поместить сюда. Отлично, отопырились в стрелковом клубе. А мы хотим, чтобы вы подписались на наш новый канал Юрий Галаев. Юрий Галаев. Юрий Галаев. Жить за городом модно и круто. Юрий Галаев. Юрий Галаев. Жить за городом модно, модно, модно. А еще, если ты такой богатый, то что ты живешь в многоэтажке? Давай к нам, перебирайся. Юрий Галаев поможет тебе в этом. Подпишись на канал Юрий Галаев и узнавай новые впечатления от нас.